Всем здорово, ребят, мы с вами находимся в парке Сокольники. Сегодня здесь ретро-тачки. Ретро-тачки, вы видите, проезжают всякие запорожцы разных цветов, волжанки старые. В принципе, прикольно. Типа парадный машин. Засним вам немного, пацаны, в этом видосе, как я попрессовался, там немного тачек ретро, и еще будет... Покажу вам тачки в перемешку с какие там аттракционы, сколько-то аттракционов туда там показывают. Видите, люди на типа не рикша, а на великах там четверных гоняют. Вот. Ладно, ребят, смотрите. Видео должно вам порадовать. Ретро-тачанки. Да, Запорожье сейчас редко встретишь, да, в Москве, в пробке. Вода кристальная, ребят. Просто капец. 80 рублей 0,5. 80 рублей 0,5. Это просто жесть. Просто жесть. Вода богов. Еще, ребят, ретро-тачки. Смотрите, Волжана красная. Волжанка такая тюнингованная. Очень много машин, мы даже все машины не посмотрели, не прошли. Ну, смотрите, они красивые, прикольные. Людей дохерища было. Вот уже новые волжанки. Такие апгрейдженные, короче. В принципе, красиво было. Видите, какие тачечки. Волжана Субару. Дальше он москвич, видите, ребят. Ну и, ребят, поехали. Супер-мега аттракционы. Это первый аттракцион, куда мы пошли. И это, я забыл, как он называется, но здесь очень жестко. Я вообще не люблю аттракционы, ребят. Мне там, я блюю все, весь парк, если я там буду кататься. На любом. Просто на любейшем. Там все по 150 рублей стоит. Вот. Взяли 5 билетов. Сейчас, ребят, я называю это щупальца, солнышко. Ну, хрень прикольная. Смотрите сейчас. Я-то думал, она просто будет вверх-вниз, вверх-вниз, она еще солнышко будет делать. Это просто жутко. Просто жесть. Я не знаю, меня бы реально вырвало. А так дети, вон, смотрите, херачат, всем пофиг, все нормально. Начало фигня. Я вот думал, вот так и будет кататься. Ну, думал, чуть-чуть повыше. Я не думал, что она будет делать оборот вокруг своей оси, если честно. Смотрите, почти солнце. Зависли, видите, вверху. Стрёмно, стрёмно, там, прикиньте, кишки. Во, смотрите. Фу! Оп! И обратно. Жесть, да? Оп! Солнышко. Оп! Опять солнышко. Это жесть, тебя. Это щупальца напоминает, которое людей захватило и крутит. Конечно, очень жестко и завораживающе, наверное. Но я туда никогда не полез. Не знаю, не люблю я аттракционы, ребят. Я люблю вон в аэрохоккей, пик-пик поиграть. И все. А вот аттракционы нет. И аттракционы там стоят, ну, по ценам, в принципе. Ну, сколько мы потратили? 3000. 3000 где-то на все аттракционы. Так, это аттракцион самолетики. В принципе... Один, наверное, из самых жестких и страшных, потому что здесь не по прямой, никак ни вверх, ни вниз, а здесь просто тебя крутит, сейчас увидите, просто этот вертолет крутит туда-сюда, вниз-вверх и просто прокручивает, но это жестко, смотрите. Еще от пола так низко он летит, это просто жестко. Смотрите. Просто жесть. Сюда бы я тоже никогда не сел, да я в любой не сел никогда. Жесткие аттракциончики, ребят, жесткие. А, я вам про цены же хотел сказать. Цены, ну... Аттракцион, короче, который совсем детский, где-то 150 рублей, ребят, стоит. Который, вот уже для взрослого, 300, 450, 400 рублей стоит. Ну, в принципе, норм. 4 сотки за один аттракцион, нормально. Вот такие, ребят, самолеты. Летали там. Неплохо, неплохо. А это, ребят, аттракцион под названием Диско.
Я не понимаю, как из этих херей вот эта плюшка, крутящаяся, доезжая почти до конца, как она не вылетает из этих рельс. Там видите, рельса такая, и по этой рельсе вот эта херня ездит. Это просто жутко, просто жутко. Видите, диско на ней написано. Она не называется аттракцион диско. Вот. Это просто жесть, просто жесть. Смотрите, ребят. Это что фигня, сейчас смотрите, она будет доезжать почти до конца. Я почти весь Пентиан заснял. А, бля, тут что-то тормозилось, у меня телефон, и здесь тоже не бьется. Смотрите, ребят. Вверх, вверх, вниз и крутит еще она. Я бы здесь точно бы блеванул 100%. Там все отлично. Смотрите. Фу, почти реально до конца. Там, по-моему, даже будет такое, что чуть-чуть даже край вылезет за пределы. А ну-ка. Ай, не снял до конца. Ну-ка, ну-ка, давай, давай, давай. О, смотрите, почти до конца доезжает эта тарелка. Как она вообще не вылетает с этих петель, я просто не знаю. Это очень страшно. Очень... Вот, смотрите, почти до конца, да, доехала. И там тоже, смотрите, просто это очень жутко, это очень страшно. Просто пиздец. Смотрите, как эта вагонеточка доезжает. Это летающее приспособление. Тоже бы не сел никогда. Барабан. Там все орали. Там на видосе сейчас будет видно. Подписывающие все орут. Ну и все. И еще, ребят, немного тачанок под конец видоса вам. Видите, они там ездили прям по кругам. Видите, это уже иномары старенькие. Там были, там мерсики были такие старые, ребят. Кафешка, в кафешке мы в этой покупали, да, там дофига, короче, французский хот-дог стоит 100 рублей, датский, это же французский, это закрытый, ребят, а датский открытый, ребят. Вот еще тачка, бобик, бобик. Ну что, ребят, кому понравилось это видео, ставьте лайкос, это был Сокольнический парк, ребят, всем пока, ставьте лайкос, с вами был Ромаэм, подписывайтесь.